Здравствуйте, мои замечательные подписчики и зрители моего канала. Сегодня я готовлю быстрое домашнее шоколадное печенье. В магазинах Лента. Вот я купила вот такую мучную смесь. Она безглютеновая. В составе мука рисовая, крахмал кукурузный и растительные пищевые волокна. Диетика. То есть она недорогая, брала по акции и уже готовила пельмени. Очень приятное эластичное тесто. Итак, поехали. Нам потребуется для приготовления противня такого печенья. Нам потребуется на 2 яйца 100 граммов вот такой у меня смеси безглютеновой муки. 120 граммов сахарного песка, столовая ложка какао-порошка, разрыхлитель 3 грамма, щепотка соли, 100 граммов сливочного масла, яйца, не разделяя на белки и желтки, смешиваем с сахарным песком и взбиваем до бела и увеличения в объеме в 2-3 раза. И пока я буду взбивать яйца с сахаром, тем временем ставлю сливочное масло разогреваться до жидкого состояния. Добавляю щепотку соли и, начиная на небольших оборотах, постепенно увеличиваю. Вот так я взбила яйца с сахаром, добила. Теперь сюда я выливаю растопленное масло при постоянном помешивании. Перемешала. И тут же добавляю муку и разрыхлитель. Также перемешиваю. Аккуратненько перемешиваю. Следом разрыхлитель. Как только перемешала до однородности, добавляю какао-порошок. И аккуратненько перемешиваю. Вот такую шоколадную массу я отправляю буквально на 5 минут в холодильник, чтобы масло немного охладилось. Духовку разогреваю до 220 градусов, а формы смазываю маслом. Остатками масла. Смазала и достаю тесто, раскладываю по формам. Выпекаю 10 минут, 220 градусов 5 минут, потом до 200 градусов тоже 5 минут. И выпекаю до аромата и такой корочки. То есть это будет понятно, через 10 минут будет. Вы увидите, что печенье готово. В разогретую до 220 градусов духовку я отправляю выпекаться сначала 5 минут, затем снижаю температуру до 200 и выпекаю оставшиеся 5 минут. 5 минут прошло, убавляю температуру до 200 градусов и выпекаю оставшиеся 5 минут. Ну вот, вынула из духовки, даю немного остыть. Ну вот, получилось вот такое печенье на разлом. Очень воздушное, рассыпчатое. Внутри вот такая корочка, а внутри очень мягкое и воздушное. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.